Здравствуйте, друзья! Мы с вами в городе Сан-Хосе. И это такая как бы южная его часть. Тут существенно дешевле, чем, допустим, в эпицентре Кремниевой долины. Но это как бы один мегаполис. Люди, которые здесь живут, работают в Кремниевой долине. Вот мы ехали мимо, увидели open house. И сейчас пойдем посмотрим. Так, тут у нас есть флаер. И что нам этот флаер расскажет? Светочка, у тебя очки есть? Давай мы станем в тенек. Я буду показывать домик, а ты нам скажешь, что там происходит. Три спальни. Так. И одна конверт. Это бедрум, очевидно, издражательный. Непонятно, из чего конверт. То есть, как бы четыре спальни? Ну да, ну конверт это. Да. 6 соток лот. Так. Где-то 1670. 170 квадратных метров. Так и не такой большой. Какого слушай, года он? Не написано. Не написано. Ну, пойдем. Они просят 1 150 000. За даром вообще. Ну, по нынешним временам, да. По нынешним временам. Ну, мне одной рукой неудобно, у меня камера. Что же, друзья, пойдем смотреть. Ну, он небольшой, это 1170 квадратных метров, он не очень большой по местным понятиям, но у него гараж на две машины. Вот мы видим, тут так выглядит он, ничего, тут а-ля кирпич, водичка журчит. Ты любишь, когда водичка журчит? Понял? Освежает, безусловно. И здесь жарко, друзья, здесь жарко. И здесь не будут какие-то хорошие школы, за которые там люди там как-то переживают сильно и так далее. Вот эта вся комьюнити, вот эта часть Сан-Хосе, где это находится, называется Evergreen. Evergreen – это как бы очень приличная такая часть. Да, дому 40 лет, вот нам риэлтор сказала. И тут сделаны апгрейды. Вот смотрите, там это теплый воздух оттуда задувает. Здесь сделаны улучшения всякие, то есть он приведен какое-то состояние. Так, что-то здесь так как-то света мало. Ну, я надеюсь, что вам видно. Это для венца. Здесь явно стейджинг какой-то произведен. Такое у меня впечатление. Светлана говорит, что дом прикольный. Смотри, как интересно. Вот я пришел сюда, коридорчик в одну сторону, коридорчик в другую. Что, Светик? Я говорю, сделан под себя очень много таких, знаешь, и цветов много. Посмотри, там на улице. Давай начнем с кухни. У меня камера смотрит на кухню. Вот эти петухи американские, они очень модные тут, цветастые. А кухня? Кухня. Тут люди живут, видно, да. Вот кухня, что, хорошая, Аня. Видно, что приведено в какое-то состояние и недавно. Это не кухня, которой 40 лет, безусловно. Смотри, какие петух, красавцы. Красавцы. Тут их целое море этих петухов очень-очень много. Ой, тут у нее. Да, любит петушков женщина. Так. Угу. Ну что же, камин, телевизор. Так. Тут у нее для гостей такой как бы бар получается, да, со стоечкой. Классно, очень здорово. Знаете, давайте я чего сделаю. Вот вы тут все видите. Очень симпатично и покрашено хорошо. Очень мило. Попробуем выйти на улицу. Вот и здесь тоже водичка журчит. Вот тут такая беседка, она большая. Во весь двор беседка. Вот тут журчащая вода. Пожалуйста, вам. Так. Значит, одна беседка, вторая беседка. Это говорит о том, что здесь жарко. И как бы нет смысла держать открытым, все это закрывается. Люди пришли, значит, раз. Беседочка одна, беседочка другая. А что это за сарайчик такой? Это, смотрите, вон там еще одна спальня, но никакой спальни нет. Ну, сарайчик небольшой, надо сказать. Совсем небольшой сарайчик. Что это? Тут у них подсобка какая-то. А, вот склад, фактически складское помещение. Никто не мешает там поставить кровать, но это, в общем-то, можно сказать, для барахлишка. Коптерка такая выносная. Хорошо.
Вот тут, по этой стене видно, что дому 40 лет. Вот по ней как раз и видно. И вот тут тоже. Да. Ну что, надо сказать, что земли, как бы, как земли тут нет. Тут все замощено. И я не знаю, хорошо это или плохо. Если начнете сами делать, вам очень дорого обойдется. Я узнала, что 4-й спальня оригинальная, здесь была спальня. Застройки, вот это вот здесь было. Я понял, то есть конвертация произошла спальни в бар. Ну, это очень такое место прикольное, но, конечно, иначе здесь было бы темновато и нету доступа к бэк-ярду, конечно, это правильно. Шикарно, шикарно, очень, очень мило. А, сюда, для рюмочек сюда, вот рюмочки сюда, так вот раз. Да, дом именно сделанный. Подожди, а где спальник? Я ни одной не видел. Там маленький спальник. Ну, пошли посмотрим, я не видел. Хорошо, хорошо. Так, а надо в ту сторону будут спальни. Так, наверное, сюда. Так. Ага. Ну, шкафчик. Так. Туалет. Мило. Слушай, действительно, вот деньги потрачены. Мне очень нравится вот этот пол дубовый. Я, честно сказать, люблю дубовые полы. Что, Света, там? Нет, санузел? Старый, да. Это, вот этот старый, да. Этот не сделанный. Точно этот абсолютно в первозданном виде. Вот с этими. Да, с плиточкой. У-ху. Ну что же. Так, это маленькая такая спаленка. Пахнет, знаете, ладаном. Чем-то таким. Или травкой какой-то, или свечками. Такой запах именно ладана. Так, ну это у них как бы офис такой. Будь здоров, тут столик такой неслабый. Сейф, а? У людей еще бывает. Да. Ну что же, посмотрели. Два крыла, как бы. Что, Свет, поделись впечатлениями. Что скажешь? Мы видим качество домов здесь, в Южном Сан-Хосе, значительно выше, чем в Эйре, да, за предлагаемую цену. Очень симпатичный дом, хорошо сделанный и действительно хорошо сделанный. I'm just gonna get down there. I need to get my